Это сата я, Владус Мармеладус, и... И я Славчик напротив, всем здравствуйте! Ребята, сегодня будет необычная серия по крафтам. Прямо сейчас поставьте лайк, а сейчас мы вам все расскажем. Мы будем Савчиком сегодня против подписчиков. Их трое, а нас Савчиком двое. Ну что, давайте, всем привет, YouTube, обожаю Владуса. Но понятное дело, как бы, ребята, лайкосики запилили, подписались на наши каналы быстро, прямо сейчас, на мой, на Савчика. И давайте выбирать блок. О, давай прям железный блок и скрафтим. Так, ну что, голосуем? Кто за железный блок, пожалуйста, попрыгай. Поехали. Все, железный блок, нормально, погнали, стартуем. Ну что, Савчик, как думаешь, кто победит сегодня? Я думаю, мы. Конечно, я. Все, погнали, у нас стартовые предметы деревянные, чтобы было все четко. Да, крафты здесь не показываются, ну ничего страшного. Ну что, Савчик, давай, погнали нафиг. Давай, мы должны быть первыми с тобой. Ой, как тут камня мало. О, сразу же железо нашел. О, майн, Савчик. Чего? Ты офигел? Я, кстати, тебе не буду подсказывать, понимаешь? Куда ты денешься, разденешься, ну-ка, быстро распознавай, не, быстро. Не, Савчик, без всяких подсказочек, все играют честно, все просто в равных условиях, так, понимаешь? А мы будем честно играть, ты мне просто чуть-чуть подсказываешь. Ну да, я тебе по телефону, если что, позвоню, как бы, и подскажу, а то все услышат. Но у меня деньги на балансе закончились, поэтому нет. Я лучше, не знаю, лучше посмотрю, как ты мне подписчики лайки ставят. Ты мне сам не дури. Короче, Савчик, я уже верстак сделал. Посмотрим, кто у нас выиграет. Блин, слушай, так интересно вообще с подписчиками. Ребята, если вы хотите больше такой рубрики, реально, напишите коммент, просто заспамьте все комменты, и чем больше лайков, тем быстрее новая рубрика это будет. Так, подписчики, ну-ка, быстро в чатике активизировались, я там что-то вас не вижу, в общем, там злые вообще, нет? Так, смотрите, знаете, кому бан нафиг? Кому бан нафиг? Никому бан не надо, слушай, Савчик. Ты там с кем? Ты вообще на кого там вовсевали? Слушай, ты не забывай, Савчик, что железных, железной руды нам надо 9 штучек, помнишь? Чего? А ты что хотел? Это железный блок все-таки. Давай, погнали. Владус лучше, чем Савчик, понял? Это кто там такой бессмертный написал? Так, Савчик, а ты в кубах, ты ему ничего не сделаешь, понимаешь? Он в другом кубе. А я сейчас быстренько закрафтю и все, и хана ему. Так, все, короче, у меня же все ингредиенты есть, Савчик. Ну чё, он готов проиграть? Подписчики готовы проиграть? Да-да-да-да. Мне не хватает всего лишь одного, зарезка. Ай-яй-яй-яй, а ты что, железо нашел? А я вот еще не нашел, я тут печку только делаю. Да давай, ля-ля, конечно, ля-ля, тополя мне тут, давай, тесто тут. Слушай, блин, надо, конечно, блин, реально тут камня вообще пипец как мало. У меня только на печку и хватило. Как печку скрафтить? Не знаю. Не знаю. А нет такого крафта. Нет таких рецептов в Майнкрафте. Поймите, ребят, ну какая печка? О чем вы? Вообще не надо ничего крафтить. Ладно, ты нашел 9 штук? Да, нет. Я только камень нашел. Ты че? Ты думаешь, я тебе... Поверю тебе. Ну, конечно, поверишь, ты же нуб. О, в смысле... Ну, ладно, тогда давай. Все, раз, вторую... Да как так-то? Да, просто соскочило. Раз, два. Ускоряем процесс, ребята. Разделяемся, погнали. Блин, Владуса, у меня нету пульса, у меня только 8 штук тут. Все запортачил, блин, все запортачил. Вообще прям по жести. Ну что, кто у нас будет первый, ребята? Кто будет первый? Никто. За всем слежу. Просто я подозрительный... Лайк, если Савчик нубик. О! О, этот карт быстро лайк, забахали лайкотик. Все, погнали, 8 слитков, давай, 9. Ой, 9 камня нашел, Савчик. Да, есть, Владу сделал первым. Да, ты что такой быстрый? Первый 100 поинтов просто на мой счет записываем. Жесть, просто. Ну это все временно, сам понимаешь, да, ты как бы... Ну что, кто у нас выиграет? Время остается вообще мало. Просто остается 15 секунд, ребята, у вас есть 15 секунд. Опа! Вот это... Мы выиграем этих подписчиков, понимаешь? Так, ой-ой-ой, что-то вообще долго все крафтится. Три железа, да, жесть. Все, раунд закончился, Савчик, только мы с тобой получили поинты. Да, это просто мастерство, вот оно. Я, говорит, вас еще выиграю. Давайте выберем новый крафт, ребятам, давайте. Ведро молока не очень интересно, зачаровательный столик, это жестко. О, давай вот этот, как его, вот там... О, дайте алмазную кирку, кто за алмазную кирку? В смысле нет, давайте за алмазную кирку. Погнали, пацаны. Ну вы просто, все, пацаны, профессионалы в топе. А, так здесь алмазы изи найти, это вообще просто не проблема будет, вон они на поверхности. Так вот именно, я о том и говорю, а где дерево?
Я нашел дерево. Нифига себе, нашел тоже. Слушайте, интересненько. Карта прикольная на самом деле. Слушайте, это вообще изи левел был. Реально изи просто. Карта прикольная, ситуация страшная. Какая ситуация, Савчик? Ну да, согласен, для тебя алмазы это все-таки страшный сон, я так скажу. Это very странный страх. Так, сразу заранее сделаем. Да, я все понял, Савчик, можешь ничего не говорить больше. Не продолжай так говорить. Давай, ты мне там не заговаривайся, да. Я сам заговорился, погнали, просто быстро делаем по фасту. Че, Савчик, как думаешь, подписчики проиграют в этом раунде? Конечно, проиграть. Давай. Главное работать на этом, понимаешь, быстренько все делать. Раз, просто оперативненько. Ну, в крафтах-то я про, как бы. Я буду кое-что интересное делать. Так скажем, мухлевать, но чуть-чуть. Мухлевать, но в пределах правил. Ты че, он мухлевник, что ли? Че ты сразу завелся-то, Савчик? Да потому что я мухлевников не люблю. Я мухлевников выигрываю. Да не, слушай, мухлежник тут только, ну... Это не мухлёжник, это на самом деле все есть в Майнкрафте, как бы все нормально. Так, Савчик, что ты... Слушай! Ты чё? Да я просто... А, кстати, слушай, тут алмаз... Блин, тут он один. Чего? Да, серьезно, он один. Но есть тут еще одни алмазы. Я помню эту карту, но я не помню, где они находятся. Я помню, что есть. А я здесь помню, где находится. Давайте, алмазную кирку надо сделать. Давайте. Я должен сделать первым. Ну, как всегда. Эй, а че, очки обновились? Или это за этот уровень? Да, я думаю, за этот. А, так это, наверное, за этот. Да, согласен. Все, погнали. Пымс. Сделали. Быстренько. Все, хорошо. Финишная прямая, ребята. Где я тебя нашел? Быстро колись, где ты эти алмазы? Я не нашел! Ты че? В смысле, ты что сделал уже? Ты один алмаз скопал, что ли? Да ладно. Да, я только один скопал. Нифига себе. Слушай, я думал, ты даже кирку еще не сделал. А, чего? Да ладно нафиг, а где алмазы нашел? Блин, мне просто два алмаза остается, елки-палки. Он может быть четырёх, а? О, нашел, давай. Нет, тоже только один, два. Есть, я сделаю. Ты где нашел только быстро колечко? Раз, есть, я сделал, все, 33 поинта. Вот где там офигели, что ли, а? Ну, бывает, слушай, подписчик нас выиграл. О, Джарвис сделал, еще один подписчик выиграл, отлично. Где нашли алмазы, ну-ка, быстро колетесь, пацаны. Все, Савчик, 0 поинтов, и один подписчик тоже 0 поинтов. Ну, неплохо, слушай, в этом раунде нас подписчики, конечно, выиграли. Ну, че? Я разодрелся. Спокойно, Савчик, спокойно, ты че? Может, ты не будешь злиться? Так, смотрите, короче. Буду всех разматывать. Чего у меня предметы остались? Короче, давайте выбирать новый. О, слушайте, как вам поршень? Мне кажется, топ. Берем. Я не помню, как он крафтит. Все, давайте поршень. О, слизкий поршень. Не, нам слизкий не нужен. Нам нужен обычный поршень. Сейчас мы его выберем. Так, стоп, подождите. О, давайте золотую. Не, давай поршень обычно. Все, нормально, погнали. Жесть. Господи, вы меня заколебали. Нет, Саша, сейчас мы с тобой должны затащить. Ну, хватит сливать уже, понимаете? А, давайте, говорит, деревянный меч. Не, чувак, мы такое изи не крафтим. Не, один изичный раунд можно. Вот чисто, как бы... Чисто а я тут лайки. Пока что смотрю крафт поршня, потому что я не помню, как он крафтится. А я-то знаю эту карту. Я в прошлый раз на рандоме это угадал. Но сейчас это было сейчас уже осознательно, понимаете? Ну да. Ты я кое-что нашел интересное. Такой! А, блин, не учел. Дерева-то нет, ребят. Че за фигня, блин, конечно, дерево надо было накопать первым делом. О, че я тут нашел-то, господи, нашел, рассказывай, Савчик. Ничего опять, что ли? Да я нашел булыжник, сейчас я быстренько его скопаю, там где-то золото. Ой, золото. Ну, ребят, здесь безоговорочная победа будет чисто от Нубай Про, понимаете, против подписчиков. Подписчики здесь точно сольют. Так, погнали. Ну потому что у нас есть фора, ну, по крайней мере, у меня. Чисто 100 поинтов будут мои. Я уже вазов курат! Савчик, здесь же надо еще алмазную кирку, железную кирку сделать, елки-палки, чтобы редстоун добыть. Я же здесь редстоун тогда не мог найти, но я помню сейчас, где он находится. Ай-яй-яй-яй-яй, у меня просто все шансы победить. Зачем я сделал два верстака? Что за нудство? Да, реально, случайно. Ну, бывает такое. Но у меня никогда, правда, не было. Бывают, дым, неограсения. Ух ты, ух ты, алмаз нашел. Ну, конечно же, они здесь не нужны. Блин, главное вспомнить, где редстоун. Я, конечно, помню, но он может находиться в одном из четырех, так скажем, вариантов. Так, железо. Железо, ну, прям под рукой. Ну чё? Кто здесь победит? Я победю. Я победю! Нет, Савчик.
Слушай. Да, Владус, погнали. Я победил. Все, пацаны. А, еще одно железо, конечно же, чуть не забыл. Для поршня там надо. Я вообще не помню, что надо там упти для крафта-то. Савчик, как так? Че ты, ты пытаешься сейчас обмануть меня? Нет, а зачем? Ты пытаешься, чтобы я затормозил? Господи, сейчас? Я нашел алмазы, блинки, блинца. Ну, алмазы, что? Подписчик игру покинул, что? Он просто блин! Не выдержал эмоционального сброса. Он просто не выдержал этого крафта. Но здесь он, к сожалению, уже не вернется, скорее всего, в куб. Ладно, я думаю, следующий раунд он скоро. А главное, он выиграл прошлый раунд, но здесь он, видимо, решил нам фору дать. Yes! Yes! Победа моя, пацаны, погоди, просто победа моя. Зачем тут столько алмазов, капец, просто здесь? Так, ну чё, нам нужно скрафтить? Чё-то я забыл, чё нужно скрафтить. А, железный крюк, конечно. Погнали. Парни, я вам не оставлю шанса, скорее всего, потому что раз, два. Владос, ты подскажешь мне, где Редстоун находится? Вряд ли. Давай, подсказываешь куда, потому что я уже практически все скрафтил на углу. Да, позже есть. О, я нашёл. Нашёл? Да ладно. Серьезно, ты нашел? Да, я не успею, наверное, заскакать. А ты кирку-то сделал железную? Да. Давай, Савчик, у тебя есть время, в принципе, 15, где-то секунд 20, уже 15. Я давай, Савчик, я за тебя болею, бегом. Я не успею. Давай, Савчик, быстрее, раз, два, три, блин, давай, ты должен это сделать, давай. По бокам досок. Нет, не доски сверху, по бокам. Все, Савчик. Да, блин, а, ты не успел, что ли? Жалко, блин, я уже обрадовался, блин, думал успел, но жаль. Нет, я почти успел. Подписчик так и не вернулся в игру. Ребята, предлагаю изичный крафт сейчас выбрать, чтобы был вообще максимально эпично. Кто первый, тот, скажем так, и первый, понимаете? Это вкус. Так, давайте, алмазные ботинки, достаточно изичный крафт? Я думаю, нет. Слушай, давайте золотое. Не, давай бутылек. Вообще, я думаю, будет нормально. Его делать, в принципе, несложно. Ну чё, погнали. А, да, тут придется делать печку еще. Ну, ладно, нормально. Погнали, быстрее. Ёлки-палки, чуть не упал, нифига себе. Блин, хорошо, что здесь забор. Это нормально. Это будет слишком изи и слишком быстро, если все сообразят, как это все делать. Пока я соображаю прям отлично. Сообрази мне, Сифтру Силяндры. Нет, Савчик, все нормально, ты чё? А, кстати, пацаны, не забываем. А, нет, просто. Я уже запутался. Блин, я просто подумал, что надо... Не, я просто подумал, что еще воды нужно в эти бутыльки набрать, но нет, нужно просто сделать бутыльки. Да, да, если и воды надо набрать, то это вообще иди, да, все равно будет. Ну, согласен, просто я уже в пещере, например, понимаешь? Стоп, что делать-то надо? А, конечно же. Что я делаю? Конечно же, печку. Я просто запутался, пипец, надо все это быстро делать. Че, три? Ничего, подожди. Ты чё меня пугаешь, Савчик? Ты чё хочешь сделать нафиг? Да я сейчас хочу выиграть тебя. Нет, у тебя не получится. У меня уже песок плавится. Да я должен так, это сделать. Я сделаю это первым. Я займу топ здесь, так сказать. Нет, ну слушай, да, изи победа просто обеспечена. Давай. Два стекла, осталось последнее стекло и просто победа в моей руке. Ладно, дай мне шанс, пожалуйста. Ну, пожалуйста, нет, Савчик. А какой тебе шанс? У тебя будет еще 30 секунд, понимаешь? И погнали. Я могу проиграть вообще. Да ладно, все, нормально. Чего? С Джарвисом в одно время? Ну, у него... Что, просто? А почему у него 90 поинтов, а у меня 100? Как так-то? Я все-таки первый, что ли, скрафтил? Так, я этого Джарвиса... Как на Джарвиса его попал, Лаута? Савчик, ну тут... А, ты тоже, что ли, скрафтил? Жесть, у тебя 87 поинтов, а у него 90. Так, последний подписчик остается. Ну, остается буквально 5 секунд. 4. Три, две, одна! Зеро! Он успел! А, да ладно, сделал! Слушай, 3 поинта получил! Жесть, это было эпично! Реально, самый последний раунд был слишком эпичен! Ребята, поставьте свои лайкосики, почему меня не видно! Подпишитесь на мой канал, на канал Савчика! Это был Владус Мармеладус и подписчики! Пока, тус!